Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Красноярск вовсю готовится к летнему сезону. Вот сейчас, например, ливневки чистят у нас здесь на улицах. И правильно, потому что лето обещает быть, ну, очень дождливым, и ливневки точно пригодятся, тем более, которые хорошо работают. А дождливыми будут и ближайшие дни, правда, на улице будет не дождь, а мокрый снег, потому что, ну, погода соответствует. Завтра ночью +1, +3, утром лучше одевайтесь немного теплее, возьмите с собой куртку, ну, потому что, правда, лучше утром не мерзнуть, а днем с собой куда-нибудь эту куртку или положителя оставить. А днем будет +10, +13, но учитывайте, что ветер с порывами до 12 метров в секунду, ну и, как я сказал, уже дождь со снегом. Поэтому вот все эти факторы вместе складываем и готовимся к завтрашней погоде.